Это всегда приятно встретить кого-то вроде тебя, кто истинно очень мил и благодарен своим фанатам. О, заткнись. Когда Дэйв Строуп вместо Алисити и Мойра согласны друг с другом? Боже, я не отвечу на это. Хотите сделать снеговика? Кто-то задавал этот вопрос на моей странице в Фейсбуке, а я еще не видел холодное сердце. Это не намек на кокаин, правда? И я подумал, что он говорит про кокаин. С кем из актеров вам больше всего нравится работать? И я не собираюсь кого-то выбирать. Как вы смеете? После надевания моего ужасного парика... То есть он выглядит нормально, но там ужасные волосы. Он выглядит ужасно. Да! Ребята, заткнитесь. Могу ли я получить телефонный номер Фелисити? Да, это 180055. Она вымышленный персонаж. Он не выглядит плохо. Кто из твоих напарников-актеров в лучшей форме? Я. Стивен, что мы, как твои фанаты, можем сделать, чтобы ты попал в фильм «Лига справедливости»? Если бы тебе предложили сняться в фильме «Лига справедливости», согласился ли ты? Это новый вопрос. Каковы шансы увидеть тебя в фильме «Лига справедливости»? Я не могу представить, что мы будем пересекаться с другими историями. Но я еще не видел сценарий. Да. Как тебя зовут? Дженнифер. Дженнифер, я не могу ответить на этот вопрос. Как вас зовут? Эмили. Эмили, я не могу ответить на этот вопрос. Смотрите, это не меня заключили в тюрьму Лиан Ю, хорошо? Я победил тогда. Я не собираюсь снимать свою футболку. То, чего вы не видите онлайн, так это дубли трюков, передающие самую худшую актерскую игру, которую я когда-либо видел. Ты подвел этот город! Легко ли быть зеленым? Это лучше, чем быть пурпурным. Его пароль на все это Брюс Уэйн что-то... Не говорю ему, что я сказал. Как вам удается быть потрясным? Вы такой потрясный. Наркотики. Озвучено студией Silent Films, перевел Макс Бояринцев.